Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Авилов, и я только что закончил обучение у Олега Алафа Гудвина. Что я могу сказать? Меня сюда привело очень много жизненных ситуаций и жизненных обстоятельств. Начиная с того, что мой отец лично вытаскивает людей, просто самых тяжелых. Он как бы этим особо постоянно не занимается, но именно вот людям помогает. Вот. Пришло время, когда я захотел этому тоже научиться, и он мне сказал, иди научись в нормальной школе. И я просто, ну, у меня очень много подписчиков, у меня больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, у меня есть там еще разные социальные сети. И я знаю, как все это происходит. И я начал искать. И в интернете очень много, ну, так скажем, нельзя говорить плохо, но, в общем, я выбрал самую лучшую школу просто по всем параметрам. И это оказался непосредственно Олег, как бы без рекламы, просто это личное мое мнение, как на самом деле. Я начал вот эти YouTube там смотреть. Вот сначала кажется, что он вложил очень много денег в рекламу. Вот, вот когда смотришь, у него много соцсетей. На самом деле, вот я просто скажу, как есть. Оказывается, он ни копейки не вложил в рекламу, вообще ни копейки. Вот все, что вот вы видите, это все люди пришли, увидели, это все именно по факту, именно по опыту его. Все вот это, все по-настоящему. Никакой рекламы нет. Вот. И поучившись здесь, я как бы обычно словам не верю, там даже если мне что-то кажется, поучившись здесь, я понял, что на самом деле это еще даже больше, чем кажется в интернете. Это еще даже круче. Я не мог даже себе представить, что можно вот так вот прям с такой легкостью и с такой точностью поставить руки, ну, настолько действенно, потому что вот никто не даст соврать. У меня здесь начал получаться прям с первого раза. Вот главное понять его схему, вот, которую он пытается донести одну основную схему, одну. И вот когда ты до тебя доходит понимание, у тебя все остальные приемы, которые вот он показывает здесь, расписывает, они все действуют по одной схеме, просто в разных, немножко, чуть-чуть меняешь. Все одно и то же. И это, вот поняв это, прям получается людям вправлять. Вот, прям, у меня нету слов, как это описать. Ну вот примерно вот такие звуки. И самое главное, даже не главное звуки. Не, это вот это то, что хрустит, это даже не главное. Главное, что пациент говорит, что ему стало легче, вот резко у него прям вот энергия даже, вот он, человек просто меняется, ты вот видишь, как он меняется, как ему стало хорошо, и вот это прям круто, вот даже аж вспотело, даже вот эта вся энергия, все чувствуется, вспоминаешь. Вот, что еще можно сказать? Обучение было максимально доходчиво, максимально, вот редко где настолько понятно доносят, это первое. А второе, это самое главное, что сразу идет на людях, сразу практика, и сразу ставятся руки. Нету такого, что ты голову там себе забиваешь, и ты такой потом уже, знаешь, подходишь к человеку и думаешь, а вдруг я ошибусь, вдруг не там, вдруг... Ну это все, это не убрать, если вот тебе голову забили, это... А здесь сразу вот, сразу говорит, сразу показываешь и сразу делаешь правильно. Нету неправильных шагов, это самое важное. Потому что неправильные шаги – это самое плохое. Переучиваться всегда сложнее, чем с нуля. Как бы, что еще сказать? Я крайне благодарен за то, что я получил здесь образование. Ну, именно не образование, хотел показать, как бы диплом. Диплом – это просто бумажка. Это, ну, как бы, диплом, ну, это просто бумажка, согласитесь. Самое важное – это то, что у тебя в голове. Это самое важное. А здесь, в мануальной терапии, еще настолько же важно положение рук и настолько, насколько поставлены у тебя руки. Поэтому здесь все есть именно так, как оно прям вот по жизни необходимо. Вот. Я думаю, сказал все, что я думаю, ну все, что, в общем, выразил все свои мысли, как они есть. Ничего не придумал, никаких сценариев, вот просто как есть, так и сказал. Так что... Что я могу сказать для тех, кто хочет прийти на массаж? Вот просто, ну, массаж, правка и так далее. Сюда приходят к нему пациенты крайне тяжелые, которых в
вряд ли кто-то возьмет. Даже мануальные сами терапевты, когда у них там что-то не так, они сами к нему приходят. Поэтому, если вы хотите прийти именно полечиться, вы не ошибетесь. Вы просто приходите и на себе. Словам можете не верить, вы должны проверить это. Тем, кто хочет прийти на обучение, я думаю, такая же, та же схема. От того, что вы смотрите, вот вы посмотрели меня, там другие отзывы. Ну, опять же, это слова. Вы просто возьмите и почувствуйте сердцем, куда вас тянет. И так вы, я думаю, скорее всего, вы придете также сюда. Как бы, ну, я не знаю, что еще добавить. Как бы, мне кажется, что здесь все-таки лучше, чем где угодно. Вот. Все, вроде сказал, все, что думал.